Достаточно ли убедительно то, что наша героиня имеет фигуру, которая легко получается смешением гамина и натурал? Ой, господи, и драматика, боже мой, какой натурал. Причем мы сейчас даже не будем вдаваться в подробности, потому что время уже перебрали, да? Но тем не менее, посмотрите. Вот эта фотография выполнена более корректно. Даже, может быть, да, она вот где-то середины, чуть ниже, но в любом случае она позволяет нам более корректно увидеть фигуру, чем мы бы на нее смотрели сверху. Да, если бывают фотографии, делают иногда именно сверху, и мы получаем очень деформированные пропорции.